Всем доброго времени суток. Выращивала дынки сибирячка сорт. Вот он, я думаю, поспел. Сейчас вам покажу, как дела обстоят на 29 августа по выращиванию дынек. Дела обстоят следующим образом. Вот наша тепличка. Сейчас мы уже укрываем к ночи ее. Арбузики. Один арбуз у нас большой уже. Эти маленькие, они не дозреют. Вот это дыня наша, сибирячка дыня. Проверяю я ее, как вот наклоняешься, когда запах. Она, дыня, издает дынный аромат, а перед этим она покрывается вот такой, как дерматографизмом. То есть, вот она на санцепёке должна быть днем. Бахча вся вообще растет на санцепёке. Вот они там у нас еще три. Три штуки. Одну мы сорвали, вот уже попробовали. То есть она дозрела до самой корки фактически. То есть очень вкусный сорт сибирячка. Сажайте. Для Сибири ранние сорта считаются. Выращивала через рассаду. Предыдущие видео на моем канале есть. Вот. Второй сорт название забыла. Потом, возможно, впишу на ютубе. Но сейчас еще, видите, уже сама ботва, вот она жухнет. То есть это говорит о том, что дынки уже созрели. То есть отмирает ботва сама. Так что вырастить в условиях Восточной Сибири дыни это возможно до 29 августа. Вот, может быть, поздно. Даже, ну, через рассаду выращивалась она. Но результат мы получили, он нас порадовал. Моя первый урожай дыни, мой первый сибирячка. Сегодня пробуем. Когда срывала, нюхала саму дыньку, она пахнет уже ароматом дынным. Я думаю, она уже поспела. Сейчас попробуем. Я поделюсь с вами информацией дальше. Попробовали дыньку, ну что я могу сказать, ароматная, сладкая, да, семенник на ней уже созрел, как видно, то есть она созрела полностью, очень вкусная, почти до самой корочки, вот она, мы ее съедаем, то есть она вызрела полностью. Сажайте дыни в Сибири. Они реально могут у нас вызревать и давать хороший урожай, сладкий, сочный. Через рассаду опять же. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. Подписывайтесь на канал. Буду рада общению.